Всем привет, дорогие друзья, с вами Дриди, это игрушка Блокпост, игра наподобие блокаде ВКонтакте, так что поставь палец вверх, сегодня мы открываем кейсы. У нас тут три разных кейса, давайте начнем с простого. У меня, в принципе, ключи есть, открываем. Что тут может нам выпасть? Давайте посмотрим. Блин, крутая, отлично. Рек, Туркес, короче, выиграли вот оружие М21, классно. Можно сразу будет поместить. Давайте оденем. Так, дальше. Кейсы открываем. Кейс номер один. Мне надо купить. Открываем кейс один. Что тут выпадет нам? У меня это уже, в принципе, есть. Нам второй раз выпало. Подождите, а это уже более крутая? Почему она синяя, ребятки? Кто знает? Вот это у меня... Они разного цвета. Почему берета синяя? Чем она отличается? Я одену на всякий случай, чтобы посмотреть. Может, она более крутая, может, потому что второй раз она выпала. Так. В инвентаре, значит... Так, персонаж кейса. Давайте откроем второй кейс. Мы еще будем открывать. Сейчас пооткрываем. Так. Перейдем. Открываем кейс. Что-нибудь крутое. М-ку, может, выиграем. Отлично. QBS 95. Давайте в третий сет поставим его. Отлично. Идем в магазин. Нам надо еще кейсы купить. Давайте штук 5 еще купим. Раз. Два. Отлично. Три купили. Хорошо. 4. Отлично. 5. Теперь нам надо 5 ключей будет купить. А вот раз ключ. Второй раз. Отлично. Третий раз. Четвертый. Пятый раз купим. Не знаю, зачем вот этот нужен. Какой-то крафт ключ, да? Посмотрим, зачем он нужен. У нас 5 кейсов, ребятки, давайте откроем. 5 кейсов и 5 ключей. Хотите 10 кейсов? Поставь палец вверх. Давайте наберем 300 пальцев вверх. И в следующей серии мы откроем 10 кейсов. Потом будет больше и больше. Открываем. Что-то нам выпадет. Я думаю, в следующей серии я постараюсь 10 кейсов, ребятки, открыть для вас. Если вам, конечно, понравится игрушка. Так. VS91. Продолжим. У нас еще есть кейсы. М-ку, может быть, я не знаю. QBS есть. Хорошо. Это, видимо, они повторяются, раз они второй раз выпадают. Открываем дальше. Потом попробуем крафт произвести. Я сейчас вам покажу. Ну, М-ку уже выпадет, блин. Достали. Еще два раза кейс можно открыть. Там написано вообще, что может в кейсах выпасть. QBS опять. QBS 95 у меня уже сколько повторяется. Если синий, видимо, он повторяется, да? QBS, QBS. Два раза, в общем. Вот QBS. Один мы не можем, мы, видимо, синий можем продавать. Ладно. Давайте последний раз. Вообще, что-то нам может выпасть в кейсе. QBS это, в принципе, нормально такой. Может ТЭК-9 выпасть. Скорпион 61, QBS и М4А1. Вот М4А1 очень сильно хотелось бы выиграть. Ну, нифига не получается. Ладно, зайдем в мастерскую. Вот эти оружия я могу разобрать или модернизировать. В принципе, давайте попробуем поместить три оружия для разбора. Оружие будет уничтожено без возврата, и вы получите специальный кейс. Давайте возьмем специальный кейс. Посмотрим, какой нам вообще кейс выпадет специальный. Отлично, у нас эпический кейс выпал. Мы сейчас его откроем. Модернизация. Поместить три оружия. Взамен вы получите модернизированное оружие.
Не, я могу только разбирать, а модернизировать я не могу пока что. Давайте опять положим и еще один кейс специально. Да, начинаем разбор. Какой-то крутой кейс возьмем. Отлично. Продолжим. Так, кейс у меня есть. У меня три ключа есть для таких кейсов. Кстати, можно было запастись, а вдруг они потом подорожают? Я думаю, стоит купить их, пока они дешевые. Я думаю, они нам пригодятся в любом случае. А прикиньте, потом будут по 100 там стоить. Кто его знает? Я предпочитаю запастись. Так, ну что ж. Открываем кейс. Что вообще там может нам выпасть? Давайте посмотрим. Микро-УЗИ, УМП, ГЛОК-17, Галил какой-то. Там, видимо, пистолеты нам могут выпасть. Ну-ка. Посмотрим, потом поиграем с оружием. Калашников, ну выпади Калашников уже. УЗИ, продолжим. И куда ставится УЗИ, интересно? Микро-УЗИ, давайте так поставим, что ли. Глок 17 бы выпал. Опять мне микро-УЗИ. Два раза микро-УЗИ. А я не знаю вообще, что тут можно модернизировать. В общем, нам повыпадало оружие. Давайте посмотрим. Сюда мы поставим вот так. Пистолет у меня, к сожалению, один. Первичное оружие. Давайте 95-й. Оденем в третий сет. Давайте вот так оденем. И немножко поиграем уже. Идем в комнату. Там не побольше народу. Начнем с этого сета. Так, это пистолет наш. Без коллиматора, конечно. Игрушка, ребятки, на стадии разработки. Я думаю, потом будет намного круче. Нормально, в принципе, тащит. Перезарядимся, давайте. Может, какую-нибудь каску бы нам дали. Сколько я уже убил. Я, ребятки, в этой игре Доридди Про, потому что Доридди мой ник заняли. Отлично, снял. Тут касок нету, хорошо, можно хеды делать. Мне это нравится. Это более правильно. Отлично, хед. Валим, валим, валим. Блин, троих убили. Первая цифра это сколько я убил. Вторая цифра сколько меня убили. А последняя цифра я не знаю, что такое. Блин, не... ну почему я такой косой? Что ж ты будешь делать-то? Игра окончена. Команда синих победила. Давайте возьмем второй сет. Посмотрим. Довольно-таки метко, мне кажется. Можете выписать, какое оружие для вас самое крутое. Можете такие кратеры делать. Давайте посмотрим, что я вообще там сделал. А такой неплохой домик. Только я туда не помещусь. Ссылка на игру будет в описании, ребятки. Ладно, все, хватит баловаться. Смотри, неплохая, как пробивает. Хедшоты. Блин, хорошая пушка. А, это наш. Сняли, как быстро убивают. А,
Тут уже лесенки понаделали. Давайте пойдем по лесенкам. Так, вот они, лесенки. Ребята уже знают толк в игре. Сколько я уже хедов понаделал? Все. Троих раз я убил, 5 раз я в общем убил уже. На первом месте. Мне это нравится. Ух ты, команда в сборе называется. Так, ладно. Мы еще мини-УЗИ не смотрели, как она вообще себя проявит. Ох, конечно, их там дофига, ребят. Мы красные, а они синие. Нам будет сложнее пробиться. Меня убили. Так, может как-нибудь с другой стороны пойти? Блин. Я хочу лесенку сделать. Как они так делают? Отлично. Так вот, так лучше. Не знаю, что я сделал. Блин, как действительно, я плохо играю в эту игру. С другой стороны залезть. Ладно, тут сделаем по-другому. Чтоб меня не сняли. Ну что ж, я готов. Они сильно далеко, нифига себе, они там уже блокаду построили. Блин, зря старался. Я лучше по старой схеме пойду. Отлично. Будем ждать новых обновлений и игрушки. Отлично, сняли с пистолета. Так, я видел там одного. У меня бы снайперская винтовка. Патроны быстро заканчиваются. А, кнопка M, и я заново начинаю. Ладно, где я вообще? Семерых убил. Все-таки отсюда лучше идти. Будем внимательнее. Нифига себе, я сколько убил. Давайте микроузи что ли возьмем. Сейчас у нас будет уже микроузи. Прикольно. Посмотрим, как он себя проявит микроузи.
Кто хитрый, смотрите, где встали. Тоже неплохо и довольно-таки меткая. Нет, все-таки мне нравится. Давайте возьмем М21. Как он спрятался-то хитро. Ладно. А что ты делаешь? Дай пройти. Все-таки пока что КБС самое лучшее. Попробуем, кстати, из этой поснайперить. Как там получится наверху у нас. Ух ты, как красиво. Нормально снайперить получается. Мне бы с коллиматором что-нибудь. Не. А, эта пушка хорошая вот на таких именно картах. Не могу попасть. Вот отлично. Эй, кто-то газ кинул, что ли? 4. Смотрите, как я разыгрался. Все сняли. Минута 50 осталось, я думаю, доиграем. Ну что ты понаделал? КБС, да, тоже хорошая. Сняли. Я на первом месте пока держусь. Сами видите, что она тащерская пока что на данный момент. Самая тащерская пушка. Да спрячься ты уже. Ух ты, блин, они поверху идут. Это не айс, блин. Сейчас нас снимут всех. Куда ты идешь? Снял все-таки. Снял. Смотрите. 43 секунды осталось. Блин. Провались, нет? Друг друга, что ли, убили? А, нет. Меня тоже снял. Так что кейсы хоть немножко, но нужно пооткрывать. Там что-нибудь крутое там выпало. Блин, я даже не помню, что произошло. Я на первом месте, это радует, синие победили. А я был красный, что ли? Карта тоже постоянно меняется. Да, снайперить, конечно, тут очень круто. Мураши разбежались. Как же их много. Так, снял одного. Еще одного. Может, кораблем прям. Неплохо получается, смотрите, сколько я уже убил. Главное, долго не стоять. Неплохо, смотрите. Это прям моя игра. Я уже на первом месте сразу прям. Но в другой части мы поиграем. Вот справа, видите, 6 убил, один раз погиб. 40 очков у меня.
В другой раз, ребятки, поиграем. Пока что, я думаю, стоит попрощаться. Давайте вы. Вот, ребятки, это была игрушка Блокпост. Такие вот у меня оружия на данный момент. Мы с вами пооткрывали кейсы. Если хотите больше кейсов, хотите, чтобы я 10 кейсов открыл, можете писать даже, какие лучше кейсы открывать. Нам тут М4А1 не выпало. Тут есть АК-47, тоже не выпало. Самые крутые, видимо, оружие. Ну что ж, когда мы откроем 10 кейсов и будем надеяться, что нам выпадет все-таки крутое оружие. Так, также есть уникальные кейсы. Вы видели, что там может выпасть. Вот, ну а с вами прощаюсь, ребят, с вами был Дарья. Всем до скорого, пока-пока.